Так, ну что ж, всем привет, Михаил, канал Video Game Edition. Да, мы все еще ведем эту штуку, короче. Да, играем мы в Space Hulk Deathwing. Как она там, Cat называется. В общем, она там собрала какую-то информацию по этому генному семени, или как там его, короче. Вот, и нам нужно сопроводить ее, короче, да. Серия, наверное, получится короткая, не знаю, потому что предыдущая была минут 20. Вот, а предыдущие главы вообще минут были реально по 20. У нас серии там получались стили 10. 10, даже 5 там получилось, ну короче. Вот, поэтому я думаю, мы сейчас эту штуку быстро доведем. Ну так, даже посмотреть, вот, максимум она вот будет туда двигаться, это очень близко. Не думаю, что она будет двигаться куда-то туда. Но, опять же, та половина карты у нас не исследована, поэтому, может, после того, как мы эту ебань доведем, нас еще чем-то нагрузят. Разберемся. Пока шел до одного, его уже пацаны порешали на дистанции. Даже не успеваю дойти до пацанов. Я уже, блин, хочу, чтобы уже Space Hulk быстрее закончился, что он меня реально уже утомил. О, вот так вот. Вот, ну то есть такая приколюха на вечер хорошая. Если в компании, то на пару-тройку, а я... Ну я маленькими порциями в нее играю, я как бы расправляю еще параллельно. Но теперь я с нее, конечно, буду здоров вообще. Так что я хочу уже побыстрее с ней расправиться и начать проходить... Dreamfall Chapters. Хочется мне каких-нибудь таких захватывающих фэнтезийных приключений. Ну да, я же уже упоминал, что я не люблю проходить однотипные игры подряд. То есть мы до этого, считайте, King's Quest проходили. Я решил на шутере отвлечься, но что-то Space Hulk мне как-то вообще не доставил. С одной стороны, может, потому что я вселенной Warhammer не разбираюсь, хер его знает. Я во множественных вселенных не разбираюсь, но при этом ни другие игры вообще-то доставляли «Будь здоров», а тут что-то, ну, не знаю. Помню скриншоты, когда смотрел еще, когда игра даже не вышла, думал, нифига, вот это пафос, типа, вот это вообще круто, там, что-то, знаете, как-то так. Или этот, как его... Могу с названием ошибиться, тоже там вселенная Warhammer, но там, короче... Что-то фэнтези, типа средневековья, не знаю, там, Vermintide, по-моему, называется. Так, сейчас я закуплю быстро. Еще там пули летят. Блин, так, не стреляйте в меня, я куплю. Фак. Так, знаете, вот это вам. Пацаны, ставьте мне срочно. Спасибо. Ой-ой-ой, медик, лечи себя. Блин, хотел погуглить Vermintide, не Vermintide, блядь. Сука, все плохо. Так, хотя бы с одной стороны все порешали. Ой, ёбаный песос. Медик, вылечи себя. Молодец. Уже почти все, сейчас может еще одна волна будет, ну что-то да, такая. Ну, давай, сучонок, иди сюда. Нет, где кое-что есть. Даже не дошел до него, уже на расстоянии просто щека порвал. Так, Кэт, подождите меня. Тяжело одной рукой гуглить, второй играть. Ну там, короче, с какими-то крысо-людьми нужно было бороться. Что-то, короче, греча вообще полная. А, фу, она выключена. А, да, Warhammer End Times Vermintide. По-моему, он. Ща быстренько гляну, по скринам я узнаю. Да, мне пока только название выдал. Так, Кэт, крути педали, пока не дали. И давай. Да, это он, точно, да, там он на картинке этих крысо-людей этих вижу. Короче, да, вот. Я ее тоже в свое время очень ждал, мне так скрины понравились, а на деле это вообще
куском проходного шутана оказалось, просто я ходил, плевался. Так, все, хватит отвлекаться. Кэт, давай, едь. Где-то эти уёбки. Вот так сделаю, я думаю. Ах, вы скотины, ну-ка пошли вон. Не трогайте эту штуковину. Странно, что сталкер появился, потому что... Потому что карта-то у меня не это... Помех не было на карте. Так, сейчас я, короче, вам покажу, как решаются эти вопросы. Вот так. И все. Щитки, блин, стоят свои куколки. Ни черта сделать не могут. Придурочные, а? Ладно, идем. Где сталкер? Ну, короче, там пацаны разберутся. Блин, он реально что, решил туда ехать? Походу, да, это херовина решила туда ехать. Ну, ладно. Черт с ним, едь куда тебе надо. Я-то думал, мы сейчас тебя здесь оставим где-нибудь и все. Ну, не то чтобы это было критикал важно, но ладно. Ой, бомбануло. Сейчас еще здесь копаться. Ну еп. Твою за ногу, а. Ну давай быстрее. Я бы быстрее разломал. Возможно, секреты генного семени легиона. Зараза. Ты сказал два слова, а текста было предложение два. Че там у нас? Я только достал телефон, думаю, сейчас зайду в интернет. И, конечно, я сразу эти пидорахи полезли. Меня, черт! Это как бы охуеть, как плохо. Так, псифродап. Мы вам по-другому называем, потому что мы не выжили. Да. Как-то так. В итоге мы не выжили, сука. Блять. Загружаемся. Так. 4.39. Походу оно, да. Это было невозможно убрать следы от нашего генома. Я покупаю телефон, а вы лучше перемотайте это говно. Грандмастер Белиал решил уничтожить все вместо этого. Чтобы сделать это, мы должны остановить идущую волну Зеноса. Слишком много, чтобы даже Deathwing удержать с физическими оружиями. Мутагенный вирус, выпущенный Техмаринами, остановил их атаки, пока машинно-спирит-гайдированные коты скрывали пространство для больше свидетельств о генсиде. A modified cat was deployed to recover vital gene data, but the situation in the Space Hulk, and especially around Caliban's will, was increasingly desperate. The longer we remained, the closer the Tyranid hive ships approached. Так. Давай, открывай это дерьмище. Помогу даже. Булава, к сожалению, не помогает. Но я пытался. Так, сейчас главное с этим баллонами еще не обосраться, чтобы они медика не заколотили. Там просто ведьма где-то слева пошла, которую я очень сильно проворонил, протупил. Поэтому все и полегли. Так, вот сейчас где-то в сторону лево надо поглядывать. Походу, я рано это очень сделал, но... Ладно. На тебе. Да ладно, серьезно? Охереть. Просто охереть. Ну, работаем по той же схеме. Я в телефоне, вы мотаете. So Grandmaster Belial vowed to destroy everything instead.
To do so, we had to slow the oncoming tide of Xenos. Far too many for even the Deathwing to hold back with physical weapons. A mutagenic virus unleashed by the Tech Marines slowed their assaults, while machine spirit-guided cats scoured the Space Hulk for more evidence of the gene seed. A modified cat was deployed to recover vital gene data, but the situation in the Space Hulk, and especially around Caliban's will, was increasingly desperate. The longer we remained, the closer the Tyranid hive ships approached. Еще одна попытка. На этот раз ведьму я как-то не нашел, зато нашел пидораса, который меня с одного удара выкосил. Опа! И вот ты, скотина, какая на тебе. Так, сталкера, все, мы покосили. Ой, на тебе, короче. Да? Там разбирайте сами. Почему их сейчас первой волной было прям пиздец до хрена? Это что вообще такое? Так, сейчас там этот подонок должен вылезти. А нахер я медика вылечил, если у него сейчас аптечек не будет? Ну, предположим. Ну, давай, давай, иди, иди сюда, скотина. Я знаю, что ты сейчас оттуда должен вылезти. Между тем нужно уже готовиться к тому, что придется ливать пси-врата. Потому что, почему-то, потому что, во-первых, у меня здоровье все-таки чуть-чуть подубавилось. У нас первый скоро сдохнет. Ну и медик, соответственно, будет по большей части уже бесполезен. Происходит, короче, вообще какой-то ебучий ад. Я прям не знаю, игра вылетает второй раз где-то на середине того момента, когда, ну, до середины, в общем, доходит эта полоска. Вообще хер знает, что происходит, но дерьмо вообще просто необычайное. Не знаю, как его даже прокомментировать. Смотрим, что получится из этого. Может, ближе к середине. Я, конечно, ближе к середине, я попробую врата прыгнуть. Глядишь, там что-нибудь может прояснится. Ну или сейчас кто-нибудь сдохнет, я это просто может ускорить слегка, чтобы у нас был повод туда заявиться. Ну реально, сейчас третий раз записываю. Ну чё это вообще, блин? Не знаю. Сейчас эту волну переживем. Скорее всего, один сдохнет. Так. Что-то он затупил, короче, капитально. Ну и хорошо, там и стоит. У тебя сейчас пулемет перегреется, уже весь красный. О, так, что там, немножко все плохо. А, ну все, он сдох, его там на расстоянии неплохо почекали. Я не знаю, почему он не мог подойти, но надо уже в пси-врата. Почему? Потому что что-то с ногами у нас печаль. Сейчас ветераном станем. На тебе напоследок. Не знаю, успел, не успел кинуть инферно. Фух. Отлично. Так, исцелились. А, ты все-таки успел сдохнуть, молодец. Так, ладно, как бы то ни было. Возвращаемся. Будем решать дела, вопросы. Где вы, подонки? Воу-воу-воу-воу-воу. Что вообще, ёбать какая-то несусветная. И кое-как выжил. Чёрт. Фу, как медик вообще вовремя. Он прям как будто знал, что ко мне нужно идти. Этот за голову схватился. На тебе, скотина.
Так, уже больше половины загрузилось. Так, медик, лечи себя. Лечи товарища. Ни в коем случае не надо, чтобы кто-то у нас сейчас погиб, когда мы близки как никогда к тому, чтобы расправиться с этим дерьмом. Блин, я тут дверь не закрыл. Я тут думаю, что у вас так дохера идет? Я в одном варианте записи ее закрывал, не знаю, попадет ли он в итоговую версию, потому что первый раз я пришел, у меня вылетело. Вот, и я сейчас вот записываю третий раз. И я вот не помню, то ли в первой записи я пытался эту дверь закрыть, то ли в какой. Ну, неважно, это я так просто болтаю, как бы не суть. Давай быстрее. О, господи. У меня, короче, эта игра начинает уже просто капитально бесить, я вот не знаю. Я очень редко пишусь именно вот в гости игр, я просто, как правило, рассказываю удовольствие, но когда вот начинается вот такая вот херня с вылетами совсем, вот это меня вот подпекает с этого неплохо. Не помню, когда последний раз что-то подобное было, когда играл, лаговала безбожно, но Space Hulk Deswing это сделал. Хотя, Vermintide, про который я вспоминал, там тоже что-то какое-то дерьмо было, что она подлаговывала как-то очень некруто. Ладно, нам главное довести этот кэт уже до места и все, и забыть как страшный сон. На сегодня закончу, наверное, восьмую главу. Может, если меня к вечеру отпустят, еще девятую позаписываю, не знаю. Пока что у меня слишком пылает. О, да. Сохраните меня срочно, прошу вас. Все, идем, идем, просто бежим отсюда. Нашего персонажа голова красная. Вот, да. Не знаю, к чему я это. Но голова у нас красная. Кто-то нас голову ударит. Давай, Кэт, блин. Да забейте, блин. Все, я его добил. Че у нас тут? Миссия достичь Зеромунда для поддержки мастера войны Хоруса. Мы покинули планету Калибан по приказу Лютера, который командует этой операцией боевым флотом. Мы должны достичь Зеромунда как можно скорее, чтобы ответить на запрос о помощи мастера войны Хоруса. Важные события, ну понятно, ничего. Да, мастер войны Хоруса. Немного. Ну, не то чтобы дохера плюс, но сейчас, например, нам это помогло. Причем, по-моему, первый раз за игру я это использовал. Что до этого-то я все бегал просто, чтобы перемещаться быстрее. А тут именно мне нужно было его толкнуть, потому что, ну, я бы, скорее всего, если бы начал замахиваться, он бы там, ну, не успел бы или еще что-то. Короче, спасло меня это. То, что я его ошеломил этим самым. Скотина, а? Вот он, ведьма. Фух, мы уже почти доехали. Не знаю, там турель за нас или против нас. Игра вообще благополучно снова вылетела. Поэтому мы, у нас тут благо совсем рядышком сохранило. Двигаем дальше. Какой она? Четвертый, по-моему, раз вылетела уже. За восьмую главу, это просто пиздец. Не знаю, что вообще с игрой происходит. Хер вообще полная, конечно. А, ну тут это вообще никого не задело. А нет, все-таки померли. Вот тебе я еще раз всыплю. Так, поставьте ко мне укол, ребята. Ага, спасибо. О, это, конечно, бредятина вообще. Я потратил, наверное,
35-40 это вместе с загрузками, которые бесконечные, просто там в стиле каждая загрузка минут по 5. Вот. И плюс у меня первая серия минут 10, потом вторая 6 минут. И вот это сейчас неизвестно сколько получится. Это просто вот, я просто в шоке нахрен. Даже не знаю, что сказать. Загрузятся они, ну окей, типа быстро, ладно, окей. Но соединять их, это, конечно, будет демон тот еще. Вот так вот, охереть, сколько лезет оттуда, вообще, я просто в шоке. Так, там, да я вижу ведьму. У меня пушки нет, к сожалению. Фух, успел, черт, ноги, быстрее. Отлично. Бежим, 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 не задерживаемся. Вообще все против нас. Игра против нас, монстры против нас. Все глючит, все зависает. Поэтому вообще не останавливаемся ни на секунду. Двигаем вообще просто как ненормальные. Выйди. Причем самое обидное, если в сумме я сейчас наснимаю где-то на час. Потом это, блять, как его... А YouTube в своем видеоредакторе запрещает делать больше, чем длиной, чем в час. Я так уже проседал, я, по-моему, на Терране так всел, что я что-то там записал, тоже коряво, то ли что-то еще, короче. Вот, и пришлось соединить... Или нет, не с Терране, не-не-не, точно не с Терране, блин. Я, короче, в этой игре еще обосрался. Причем она меня, по-моему, тоже бесила, я не помню. Так, все, вали туда. А, то есть она туда уезжает, а я нет. На тебе. All squads. Всем отрядам вернуться на миссионерский корабль. О, все, бежим отсюда просто нахрен. Просто вообще вот. Бегаем вот, чтобы пятки сверкали. У нас есть еще одни пси-врата, почему? Да потому что у нас эти-то уже к концу подходят. Ну вы поняли. Штуки. Точнее, аптечки-то у нас вообще закончились, но... эти... блядские, сука. Ну пси-врата, короче, есть. Ну, что-то меня просто уже настолько все выписало, что я уже в словах, короче, не умею. Поэтому чем быстрее мы это свалим, тем лучше. Ох, вас двое, охереть. Охереть. Сука, нет. Так, пси-врата вообще срочно. Я не могу так рисковать, потому что моя жопа просто не выдержит этого огня. Фу. Последние пси-врата, нам просто добежать. Мне настолько посрать на статистику. Вот просто насколько это можно просто. Все, поднимайте всех, кого можно, реинкарнируйте, не знаю, накачайте меня со спидами, протеинами, там, просто всем, чем можно, лишь бы добежать, сука, до сраного конца. Потому что моя жопа уже не может просто этих... огней терпеть. Это что еще за нахуй было? Охеревший скотина, ёбак. Еще один паскуда, который непонятно что себе позволяет. Все, да, это закончилось. Железный орел. Отлично. Так, все, вкачиваем умение, вообще срочно заканчиваем, просто я уже не могу это терпеть. Так, все, у них защита теперь будет больше, новое умение возьмем. Покрывает реальность, это, ну, наверное, что-то крутое, со следующей, считайте, вкачаем. Все, на этом всем спасибо, кто смотрел, это просто был полный пиздец, обязательно увидимся в прохождении следующих серий, чем быстрее с этим куском говна мы закончим, тем лучше. А на этом всем пока и удачи. Это...
короче, полный пиздец вообще на самом деле. Просто форменный беспредел. Так, медик сдох, отлично. Сейчас главное, сам не сдохнет. Все, отлично, 0 секунд. Начинается телепортация. Точно такая же, как пси-врата, вообще ничего нового. Вот и все. Телепортация, успех. И вот это конец игры. Вот это реально все. Давайте, пока мы здесь, мы чуть-чуть поговорим об игре. Начнем, пожалуй, с хорошего, потому что хорошего очень, к сожалению, мало. Да, вон открываются ворота, мы туда зайдем, и нас выкинет главное меню. Поэтому даже никакого смысла сейчас туда заходить нету, мы просто здесь чуть-чуть поговорим об игре и на этом закончим. Вот. Пожалуй, здесь как бы... Что, все что ли? Ну, взрыв сейчас еще покажу. Да, я что-то забыл совсем. Я третий раз уже это записываю. Собственно, вот, это конец игры, сейчас загрузка будет идти до меню, и эта загрузка будет идти минут 6, потому что я уже несколько раз смотрел эту концовку, потому что, ну, игра вылетала, там, тыры-пыры, запись не записывал, ну, короче, говно всякое. Поэтому давайте сейчас я расскажу хорошего. Здесь действительно неплохая графика, то есть она соответствует вообще как бы тематике игры, она соответствует атмосфере, и как бы да, в принципе, по графике вопросов, можно сказать, нету. Ну, если не считать как бы ее технической вообще постановки. И вот теперь поговорим о самом большом минусе игры, который, к сожалению, при этом относится и к графике. Это ее оптимизация, она просто отвратительна, ее, можно сказать, просто нету. Игра... Мало того, что не всегда загружает текстуры, она зависает, она вылетает, при том, что железо у меня достаточно неплохое. Загружается она по 5 минимум минут, максимум 10, то есть 5 минут на загрузку это в порядке, то есть в стиле 4 на запуск игры, 4 на загрузку сохранения. Это просто жесть, это просто, это для меня просто пиздец, это ненормально. По звуку я не знаю, здесь никакой особо музыки нету, играешь ты, грубо говоря, просто в тишине под звуки своих напарников, которые там периодически выдают «Мы ангелы смерти», не знаю, поэтому по звуку ничего не могу сказать такое. Ну, персонажи абсолютно не запоминаются, то есть я бы, не знаю, не вижу смысла продолжать эту серию, но взорвали они этот Space Hulk, ну и чё, Великий Скиталец или как он там, вот. Какой смысл, вообще не ясно. Возможно, для фанатов серии это как бы было действительно каким-то глотком воздуха, это действительно там, может, крутой Вархаммер, я как бы не особо шарю в этой вселенной, но я стараюсь рассуждать сейчас в данном случае со стороны человека, который первый раз знакомится с этой серией, ну, я немножко о ней знаю, но как бы то ни было, для меня все равно я от нее далек. Для меня это, ничего вот просто из этой игры я для себя не могу взять. Не думаю, что она даже в кооперативе интересная. Потому что если у обоих, у троих там будет такая оптимизация дерьмовая, хост вылетает, не знаю, еще что-то. Ну, короче, просто отвратительно. Даже не знаю, что могло спасти эту игру. Ей действительно не хватает хорошей оптимизации, правильных прямых рук, там, возможно, какого-то более хитрого сюжета. Даже элементы РПГ ее не особо спасают. Если оценивать игру по 10-бальной шкале, я бы ей, скорее всего, поставил бы 4 из 10, может, только из-за того, что, возможно, она бы понравилась фанатам, возможно, в корпоративе она интересная, ну и графика неплохая. За сюжет, за героев, за оптимизацию, за отсутствующую музыку, за постоянные баги и вылеты она не может получить даже
больше 5. Ни в коем случае, это просто отвратительно. Никому я не рекомендую. Если у меня когда-нибудь спросят про эту игру, скажу, нет, не тратьте свое время, потому что мне жалко, что я потратил на нее свое время. Никакого смысла я в этом для себя не увидел. Вот. Дальше мы с вами увидимся в прохождении Dreamfall Chapters, и я думаю, что это будет действительно круто и интересно, а не то, что Space Hulk Deathwing. А на этом всем пока и удачи!